13-летним Баффи Бамчикс продолжает публиковать на Reddit изображения, на которых он экспериментирует с персонажами God of War. А ранее он показал, как может выглядеть Один в God of War Ragnarok, а недавно вовсе перенес кратцы и Атрея в Древний Египет. На изображениях ниже автор показал, как бы могли выглядеть эти герои, если бы оказались в древнеегипетском сеттинге, куда, по слухам, они отправятся в следующих частях серии God of War. Стоит заметить, что идея перенести кратцы и Атрея в Египет еще запланирована с 2013 года, когда еще God of War 2018 года находилась в ранней стадии разработки. Но потом Кори Барлок принял решение остановиться в Скандинавии. Также американский рестлер-чемпион Томасо Чиампа в рамках специального события Хэллоуин Хейвок перевоплотился вкратце и вышел в таком виде на ринг против Брона Брейкера, которого успешно одолел. Видимо, костюм придал ему большой силы. Кори Барлок оценил поступок рестлера, и поэтому он выложил под постом гифку одобрительного Кратоса. Стоит заметить, что рестлер использовал синюю краску для образа, хотя в играх Кратос имеет красные полосы на лице и на теле. На самом деле, на ранних этапах разработки первой части герой тоже имел синие полоски, но из-за схожести с варваром из Diablo 2 цвет решили сменить на красный. Также, ребята, один из фанов сделал из Кратоса СиДжея, и это выглядит очень кеково. Если вам понравился видеоролик, обязательно поставьте ему лайк, а также не забывайте подписываться на канал и ставить колокольчик. Обязательно колокольчик, пожалуйста, так вы будете получать уведомления о выходе новых роликов или о стримах на канале, которые проводятся очень часто. Так что все, пока-пока!